Еще один неожиданный подарок сегодня получил музей – чучело редкого крокодила. Таможня конфисковала багаж, прилетевший из Вьетнама. Внутри оказалось чучело гребнистого крокодила, который занесен в Красную книгу. Это самый большой крокодил в мире, однако задержанный экзотический экспонат совсем малыш. Он небольшого размера, 1,5 метра и весом более 4 килограммов. По экспертной оценке, чучело стоит около 9 000 рублей. Сегодня рептилию передали краеведам. В музее это будет уже 4-й крокодил. Сейчас ведется работа над выставкой, посвященной Красной книге. И вот такой подарок к этой выставке мы постараемся использовать. Там среди краснокнижных зверей можно будет увидеть и переданных ранее, и вот этого нашего нового жреца.